Плохие дороги, неблагоустроенные детские площадки и отсутствие необходимых лекарств. С такими проблемами жители Ульяновской области обратились к рио-губернатору Алексею Русских. Глава региона провел первый прием граждан. Светлана Осипова из станции Лаишевка рассказала о плохом состоянии дороги в населенном пункте. Покрытие не ремонтировали с 1972 года. По нашим дорогам возят детей в соседний поселок Тимирязевский, школьный автобус. То есть проблема очень большая, и никто не может решить. Я уже в прошлом году обращалась с этим вопросом. Вот 2 года пишу, уже звоню в администрацию по вопросам дорог. И никто не может помочь. Поручения главе района и Министерству транспорта даны. На ремонт километровой дороги понадобится порядка 10 миллионов рублей. Наверное, разойдем мы на 2 этапа. Половину сделаем в этом году и половину в следующем году, с учетом того, что сумма довольно-таки немаленькая. Конечно. Но приведем в порядок. Жительница Нижней террасы Ольга Давыдова выразила беспокойство за здоровье детей. В их дворе на улице Калнина нет нормальной детской площадки. Несколько турников и качели стоят уже более 40 лет. Алексей Русских поручил установить новую площадку до конца июня. Мы, в принципе, будем делать сейчас программу по установке детских спортивных площадок. Но конкретно по вам я, соответствующие поручения дам, чтобы в первую очередь мы это дело сделали. О лекарственном обеспечении в рио-губернаторе рассказали Наталья Попова и Софья Брындина. Они выступили от имени родителей детей с сахарным диабетом. Дело в том, что Минздрав отказывает в выписке рецептов на инсулин с торговым наименованием. Также существует проблема получения инсулина иностранного производства. Приказ от 14 января 2019 года 4Н как раз-таки гласит, да, о том, что предусмотрено и наличие непосредственно медицинских показаний, индивидуальная переносимость и пожизненным показаниям. Но все-таки они отпускают тот момент, что именно пожизненным показаниям. По информации Минздрава, проведена закупка препаратов инсулин Аспарт и инсулин Лиспро. Препараты инсулина поставлены с торговыми наименованиями Новорапид и Хумалок Микс, а все пациенты обеспечиваются лекарствами. Анна Тищенко, Улправда ТВ.